15 июля, ребята. Привет всем скажи. Привет. Привет. Вот здесь у нас на... Так, с Тимошкой у нас сегодня ответственный за заметание в доме. Кровати не застелены. А что ж такое? Что кровати у нас не застелены? Признавайтесь. Что за необычное утро с незастеленными кроватями? Ну? Мы сегодня берем там одеяло, там все с собой. А, так вы сюда все поскладывали. И куда едем, признавайтесь? В Бадхай. В Бадхай к кому? К Даше Бадхай. К Баш, да к тете Даше, дяде Грише, Тихону, Леве и Акиму. Наконец-то мы запомнили их имена. Аким, Аким. Аким, скажи, тебе нравится Аким? Да? Молодец. Едем к ребятам с ночевкой до завтра. Конечно, сегодня прохладная погода. Даша написала: Таня, возьмите купальник, если будет жарко, поедем купаться. Такая прохладная какая-то погода, на дождь или не на дождь. В общем, посмотрим, останемся ли мы там с ночевкой или нет, потому что мы в палатке должны были спать, в которую купили тент. А мы его ни разу не опробовали, течет он, не течет, как он, да, качество его, как что. В общем, сейчас соберем раскладушки. И это, соберем раскладушки. Анюточка пошла, взяла полотенце с собой, купальнички. Ну, возьми на всякий случай, вдруг завтра будет жарко. Ну, да. Там же у них мы должны пособирать клубничку, правильно? Эту такую, ну, дикую, да, клубнику. Там спорит кто-то, мы собирали клубнику. Там кто-то спорил, клубника это или земляника. Ребят, есть здесь лесная клубника, она такая кругленькая. И очень сложно от шапочки отходит. А есть земляника, она такая продолговатая, действительно другая на вкус. Поэтому мы собираем клубнику. Земляники очень мало, ее нужно в лесу искать. Это сложнее намного. В общем, ребят, собираемся? Да. Да. А вы помните, мы в жизни за кадром показывали, что Поля плитку ремонтирует. Вы представляете, вчера ездили в Иркутск, тоже видео вы видели. Пришла. И нам была доставка указана в 20-х числах. Представляете, и Боря вчера, мы в городе, приходит смс-ка, типа, заберите свою плитку, приедьте. И мы такие, как? Как так быстро? Вот Бог подсадил. Прилетела. Прилетела, да. С этим, это мы с Озона выписывали. Ребят, через Cash for Brands. Cash for Brands, да, мы сейчас пользуемся Cash for Brands, это кэшбэк-сервис, который деньги за покупку возвращает. Я обязательно на него вообще отдельно планирую причем снять обзор. Все. Да, 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 что ты людей в этом заблуждение, какой-то процент, а куда ты уходишь? Пойду там, распечатать. Ну давай, а ты мне ее принеси сюда, давай на столе, может, здесь распечатаем. Ну, я давай. Думаю, будет зрителям интересно, что это мы там заказали себе, купили. Плиточка такая классная, она недорогая, ну сейчас распечатаем, покажем. Ребят, я еще раз говорю, я не думала, что в Озоне, мы искали везде по всему интернету, и Боря говорит, Таня, в Озоне плитка есть тоже. Мы такие, давай, он с кэшбэком сотрудничает, мы стараемся с теми магазинами, которые с ним сотрудничают, а потом уже, если нету, тогда уже в других выбираем, покупаем. И вот мы нашли там плитку. Шик просто. Сейчас покажем. Наша крутая плитка. Вот она. Вот такая плиточка, ребят. Вот такую мы себе заказали. Ее мы искали плитку, еще зимой смотрели, думали, надо же готовиться, сколько нам денег откладывать на нее. Ее еще не было в продаже. Мы обрыли весь интернет. А это мы нашли именно с закрывающейся крышкой. Очень удобно, потому что пыль, да. Ну вот такая вот крышечка. И вот она буквально недавно появилась. Я же говорю, мы зимой еще искали, не было ее в продаже. Но не видели мы ее в магазинах. И тут она по всем магазинам оказалась. И конфорки 2-киловаттные. Да, и брали специально, потому что та у нас слабенькая плиточка. А это Боря выбрал подороже немножечко, потому что там были другие, разные, с разными конфорками. Были, кстати, с 4 конфорками, вот такие же белые, закрывающиеся, но слабенькие конфорки. Боря говорит, смысл нам брать 4 и слабых, там по сколько было? По полкиловатта или что-то такое. По 0,7. Ой, какая красавица. Ребята, поздравьте нас с такой красавицей. Ты едешь впервые к Даше и Грише. Мало ли где, что там возле палатки вечером надо будет подогреть. А ну-ка ставь. Ой, какие мы рады. Смотрите, золотистые конфорки у нас. Да, пока куплено. Ну да, пока куплено. А потом потемнеет. Посинеет. От этого, от температуры. Короче, вот такая у нас суперплитка. У Танюши белый пояс появился. Она у нас стала модницей. Ой, кидо, ты не понимаешь. Знаешь, белый, черный пояс какой-то там, рыжий, красный. Я заслужила белый пояс айкидо.
И на самом деле, ребят, я помните, делилась. Я, конечно, надеялась, что в этот раз пронесет. Не пронесло, как говорят. Судьба моя такая, видать. Стала носить бандаж, потому что ходить невозможно. Я говорю, не знаю более, что будет дальше. То есть много будет постельного режима, уже срок такой. Я делилась в отдельном видео, так в двух словах, в поездке. Но все равно поделюсь, потому что много вопросов начнет возникать. А почему? И потом в комментариях всем не отвечу. Мне врачи после Сашки запретили беременеть вообще. То есть мы случайно забеременели. Мы понимали, что может быть такое. То есть... Мы категорически против абортов. Сразу говорю, мы христиане, поэтому для нас аборт равно убийство. Убийцами мы их быть не хотим. Поэтому мы рожаем, да, Бог дал, будем рожать. Но у меня такая ситуация, там отдельно делилось видео, найдите. Или давайте я найду ссылочку, оставлю в этом видео, чтобы женщины могли посмотреть, понять, кому интересно. Подробности. Но мне сейчас вот без бандажа ходить нельзя, потому что могут быть преждевременные роды. И много ходить нельзя. То есть либо сидеть, либо лежать. Мне в ту беременность, вот за Сашкой, мне после 5 месяцев, да, я в больницу попала. Сказали, лежать 4 месяца до родов. Я сказала, вы чего? Как я могу с 3 детьми лежать 4 месяца до родов? Я вот так с бандажиком Сашей и пробегала. По полдня лежала, где-то похожу, снова лежу. Ну, видать, эту беременность тоже так придется. Поэтому, не знаю, как вот мы чернику будем собирать, как клубнику сейчас поедем к ребятам собирать. Говорю, я вам буду поваром теперь. На страже у костра, знаете, у это. А вы будете ходить собирать. Ну, я там, может, где Боря мне на коленечке сделает, посмотрим. Может, как-то попробую, чтобы не в сидячем положении. Ну, в общем, поэтому пояс ношу, бандаж. И вот теперь придется до конца беременности с бандажиком побегать немножко. Все, мы выезжаем, ребята. Взяли с собой все необходимое. Дети уже сидят в машине. Вперед, вперед, за общением к классным друзьям. Уже все в машине. У нас с нами прицеп. В этом году мы уже в поездке будем ездить в прицеп, с прицепом, потому что здесь очень удобненько. Но мы, помните, наверх все паковали в том году. И очень неудобно, если быстро что-то нужно достать, поэтому решили с прицепом ездить. И все там, все одежда, все-все-все белье. А с нами... вот ребята сейчас пристегиваются, усаживаются. Сашулька, пристегивайся. Паша, пристегивай его. Едет Джесси с нами. Боречка, цепок взял, да, ей? Косики. Да, там попросили косики. Прицепить ее, потому что там козочки пасутся, чтобы она никого не гоняла. И едут с нами Мурка и Тигруля. Ириска остается дома, потому что она у нас, мы говорили, диковата, она больше у нас на улице живет. Такая полудомашняя кошка, она может днями гулять на улице, мы ее покормили хорошо. И она вот так вот она у нас обычно и живет. Домой иногда приходит, время от времени, и зимой дома. Ну такая диковатая кошечка, ну что сделаешь. А эти очень домашние. Эти едут с нами, ребята. Мы еду им взяли, мясо, кашу, там все остальное. Что ты спрашивал? Взяла, не взяла? Флешку взяла. Кого? Флешку. Флешку, все взяла. Поехали. Поехали. Все, выезжаем, ребят, в дорогу. Все хрустят хлебцами. Слайсы они называются, или как-то так. С медом. Хлебцы с медом, да. Даже Джесси хрустит. Даже Джесси хрустит, я даже Джесси угостила. Хрустит тоже с медом. Вкусно Джесси было, да? Это мы в Хомутово остановились, едем через Хомутово. Папа покупает вот такую, нам надо еще одна. Вот мы одну в селе нашли. Ой, дай покажу. Вот такую одну напитку нам нужно. Мы же будем спать в палатке. Нам нужно такое накрытие, вот это тент, или как он правильно называется, это 3х4, чтобы в палатке, в палатка кухня у нас, кто видел, мы купили, внизу подстелить, потому что у нас там раскладушки, матрас будет, чтобы одеяло не пачкались, чтобы там можно было нормально ходить. И нужно, если что, потому что мы впервые берем с собой палатку, которую купили, она не герметичная, то есть, потому что это палатка кухня все-таки, и вдруг где-то дождь сильный-сильный пойдет, начнет капать, чтобы сверху еще накрыть. Поэтому вот одну нашли, но она маленькая. Боря пошел вот в торговый центр, вот в Хомутово, в центре. Пошел искать еще такие же. Следующий пункт нашей остановки – это заправка. Коты устроились, так интересно там. Вот у них там любимое место. Они здесь уже бегали по всей машине и к нам прибегали сюда наперед с Борей. Мы их тут гладили. И возле Джесси стояли. Жарко тебе? Всем жарко. Вроде солнца нету, а парит как-то на дождь. Жарко тебе. Приедем, попьем водички. Да, да, моя хорошая. А ты там вот это, побегали у всех, да, побыли на руках и туда усели себе. Ребята, конечно, далековато забрались от цивилизации. Мы думали, это мы так далеко забрались. Бадхай, привет.
Приветствуем тебя, семья Бровченко. Вот там какое-то болотце. Это река Кударейка. Река Кударейка. Вот там Батхай, а они туда дальше живут. В общем, сейчас покажем. Он показывал, куда заворачивать, он стоял там. Он показывал, давайте вперед. Да? А мне показалось, что он сказал, поворачивай. Надо было поворачивать там, где Лёва показывал. Разворачиваемся. У нас Лёва был... Это мы к родителям. Указателем, да, это здесь родители живут. Вот куда мы дальше поехали, их ферма. А ну остановись, сейчас спросим. Привет, Лёва, нам на ту дорогу, да? Спасибо. И остановиться у дома, сказал. Слышал, да? Там не завернуть и остановиться у слышал, дома. Слышал, что и остановиться. У дома. Вот в таком великолепном месте ребята живут. Прям в сказке. Здесь после дождей только на булке есть. Ну они же на своей как-то ездят. А ездят, потому что он заказы отвозит в Иркутск. Они же сыры продают разные. Молочку разную. Они каждую неделю он ездит в Иркутск, папочка. Так что значит как-то ездит. Значит, не размывает. О, нас этот встречает. Гриша встречает. Пипикай. Тихон выбежал. Рады? К друзьям едем. Наконец-то мы к ним добрались. Ох, нас трясет. Вот их домик. Вот они только строятся тоже тут. Даша вышла с Акимом. Ребята сразу бросились играть с друзьями. Все, дети им показывают, здесь рассказывают, где у них какие качели, игрушки, домики. Пойду тоже вам покажу, потом и для себя поснимаю. И вам покажу, как здесь ребята живут. Какие у них... Как это? Развлечения для детей прикольные они поделали. У нас еще руки не добрались. Это, знаешь, как она разгружает? Для взрослых? Ты сейчас сядешь, покатаешься. Там я не если я сяду, весь мой обед будет под качелей. Мне нельзя категорично. Какая качеля, антистресс, это вообще... Ну, не в моем случае. Очень плавно вот, и чем плавнее, тем хуже. Дети заказали качели в январе месяце, срочно прям. Да, вот прям зимой. Горят. И вот мы в январе, Гриша полез на сосну. Герой, папа герой, слушай. Я сейчас на сосну. Буханка рулит. Ну, мы будем тогда знать, что где прибирать. А вы будете для следующих гостей, да? Ну, вдруг кто-нибудь тоже приедет. А смотришь, через год там уже на этой полянке рукомойничек, место для костра. Знаешь, это... Да-да-да, все обустроено для гостей. Сейчас все обустроите. Уже, знаете, будете знать, как дорожку проложить, да? Ну, вот и будет к вам. А все когда поближе палатки ставили, где Гриша приедет? Прям возле домика, да? Ну да, возле доски не сразу. Угу. А здесь на полянке прикольно. Вон, так, да-да. Цепочек для Джесси. Где-то ее, да, цепляя здесь. У нее сейчас течка как раз. Мы вообще не ожидали, что так быстро. Она же вот весной отродила. И снова вот гуляет. Не осенью, а сейчас. Не, ее нужно беречь сейчас. Ну тут вроде и собаки привязаны все, но все равно. Пускай будет на цепи. Бережем сейчас ее, пока почистить не успели, вольер не успели сделать, мы говорили там, но чистить не особо хочется, стерилизовать, поэтому... Тут еще есть палка. Разгружаемся, ребят. Животные привыкают. Привыкайте, привыкайте, это ваш домик маленький. Думали мы на раскладушках спать, а потом думаем, а какой смысл? Тут с ребятами посоветовались. Сейчас мы у ребят выработаем стратегию ночевки на одну ночь, если где-то нужно срочно переночевать. Вот, с тем, быстрая ночевка называется. Да. Берем два коврика. Мастер-класс. Расставляем быстро палатку. Она очень быстро ставится. Беспроблемная. Бросаем. Надуваем матрас, бросаем одеяло. И сплошняком вся семья. Давай туда. Только шишки надо позабирать, а то попробивается. А, да. Сейчас будем собирать шишки. А под низ, под вот эти коврики, вот этот стелим. Ну, чтобы чистенько все было, надежно, надежнее.
Мурка уже выбежала, уже тут гоняет к доске, к доскам и обратно к машине. Туда-сюда уже бегает. И Тигруля вообще даже без понятия, где он. Он уже и там был. И аж вот там возле тех ульев был, где он только уже Тигруля не был. Где-то бегает. А, вон он. А, он уже тайгу осваивает. Лес. Смотри какой. Хищник. Тигр. А Ириска об от нас бы уже давно убежала. Она поездки не любит, Ириска. Тигра. Мальчик ты наш. А ну зови я буду. А сейчас давай, пускай освоится. Вот говорю, покажу доброе сердце хозяина. Сгребает для нас. Как будто постоянную стоянку делает. Вы посмотрите. Говорю, давай только шишки пособираем. Нет, говорит, надо вот так вот. Не соберешь, если граблями. Вот прям. Проще ковер весь убрать, чем шишки из него выдергивать. Качественно-то как, видите, вывез. С наших хором временных. Местные деревья опробуем. Понравилось, Мурка? Вот так вот у нас здесь будет классно. Мы здесь перевезли все свое постельное белье, которое только могли. Вы видели, сколько у нас одеял, подушек. В общем, спать нам будет мягенько всем. Нас уже там ждут кушать. За длинным большущим столом. Вот, значит, мы расположились вот там вот лагерь наш. У меня 2 Танюша пошла вон мыть. Сашку. Ручки мыть. Самый грязный у нас это Саша. Нет, это не пить, это водичка. Пить потом дадим тебе. Джесси у нас там он на досках. Вылезла царь горы, короче. Где-то сейчас пойду найду его. Вон Тигруля. Тигра? Есть вот маленький. Он. Он такой везде. Возле дома везде гуляет. Сашунь. Сашка. Ты играешься? Понятно. Ну, играйся, играйся. Пока Сашка играется, то мы тут общаемся, сидим. Ребята где-то побежали за малиной. За смородиной. Вот смотрю, какой-то мальчик качается здесь в гамаке. Говорит, можно меня не трогать, я тут сплю. Ты как аватар. А ну, заворачивайся в листву тут. Как аватар. Давай так. Шшк. А ты, а ну, завернется сам? Что-то не хочет. Ты его не натренировал просто. Надо дрессировать его, Боря. Вот такая у ребят качелька. Мы тоже себе снимаем. У нас во дворе-то деревьев нету. Здесь, благо, деревья есть местные. Но вот можно столбики так сделать. И вот такая тарзаночка классная. Вот вообще дети на таких любят кататься. Второй, Лёх. Вот это уже точно ребенок. Закрывайся. Ку-ку! Ку-ку! Посмотри на меня, это кокон какой-то вообще, это гусеница. Батутик даже маленький. Вот мне домик прям так заинтересовал. Тут песочница возле домика, понятное дело. Вот это ребята вместе с папой сами делали себе домик. Это их домик, представляете, детский. Стульчики тоже сами делали? Нет, это покупные, да? А вот домик сами ребят делали, вообще класс. У нас это только в мечтах на дереве детям сделать. Так что вот такой. Здесь еще в планах стеллаж. Да, здесь вот получается такой вот стеллаж будет во всю высоту, где они могут там. Где игрушки разные. Вот это все должно на стеллаже лежать. Ну да, да, понятно. Ну и пойдем в сад. Сейчас ребята нам свой сад покажут с пчелами. Вот там он находится. Сейчас мы туда потепаем. Это зимовник у ребят для пчел такой необычный. Подземный. Подземный, это туда заходить можно? А, вот у вас хи. Там летом как в холодильнике. А зимой тепло, класс. Это ты всех сюда спускаешь или что? Да, ну это вот сейчас он получается на 14, на 16 вообще, 14 стояло. А я буду углублять еще где-то на метр.
И пока вот лаз будет вертикальный. Со временем буду дальше вот его расстраивать, и уже будет там нормальный заход такой. Там вот улики, я так в двух словах покажу, чтобы не это. Там смотрю лес, правильно? Вот уже вдалеке да, у вас просто лес. Потихоньку. А, выкорчевываться? Да, тут вот уже выкорчевали там. Угу. Как я вам? Да, и какой ты? А это тут. Шляпа, да, посмотри на папу, пойди. Где папа? Ты какой ты красавчик. Я с тобой возьму, смотри, ты будешь приставать. Я эту сама шила специально толстую, чтобы, думаю, пчелу тебе не прокусывали. Себе? Нет, Гриша. Это Тихонов. Гриша, но у нас Гриша малая, и Тихонов у нас. Так. 8 часов вечера, ребят, оттуда надвигается гроза, прям гром гремит. Хотела заснять, но не успела. Поэтому мы быстренько сейчас, он там прям небо все затягивает. Гриша, испробовать нам дано нашу палатку сегодня. У вас во дворе. А знаешь, как в чем плюс? Если что, мы будем к вам в дом бежать. Не, ну если что, мы туда к гостям, в домик для гостей. Каждый вечер гремит. Но ничего, да? Не факт еще. Боря, говорят, что не факт, что дождь начнется. Гремит, гремит, а не всегда начинается. Но если что, говорю, используем палатку, ведра. Дайте нам пустые ведра на всякий случай подставлять ночь. Будете между ведрами. Что такое? Я все сделал. Взял у Миши там столбиков 4 штуки, потом положил. У Миши, и у Гриши. Скотчем наклеил. Не, положил на низ на вот эти ветровики, положил просто, чтобы не поднимало, не задувало. То есть, если пойдет дождь, я имею в виду сверху не протечет? Нет. Ой, гремит, гремит, гремит. И потихонечку капает. А нам еще ужинать надо. Ребята ужинают. Вот видите, у них стол специально здесь. На это. А завтра клубнику. Завтра ну, посмотрим, если будет лить дождь, то какая клубника. Хорошо. Ну, сейчас оно может протянуть, а там, где мы будем собирать, там вообще ничего не может быть. Ну, может не быть. Знаешь, как одну часть села поливает, а вторая сухая. Да, бывает. Сейчас быстренько все поубираем. Просто что нам кушать, чтобы не под открытым небом сейчас быстренько это, ориентироваться под закрытое пространство. Ребята, идет дождь. Таки пошел. Посмотри, какой все мокрое, покажи. Хорошенький такой. Мы быстро ретировались, все быстро поубирали. Все дети, как муравьи, знаете, перед этим. А я с машины снимаю. А Боря в машине сидит. Это ты укрепил, да, чтобы сюда не это? А ну пока? Да, показал уже. А, показывал, да? Ну вот, показал только что. Укрепил, чтобы туда нам не поддувало. А у нас просто вот так Ты свет сюда сделал? Да. Ну пойдем со мной. Да не-не-не-не, не поднимай, вот так вот внизу. Распаковывай. А. И туда залазь, чуть-чуть, чуть-чуть поднимай. С фотоаппаратом зайди. Давай. Посмотри. Покажи. А, как нас здесь хорошо, ребята, как же вовремя мы эту палатку купили. Как же вовремя. Нам Гриша дал такой вот светильничек. Дети прячутся в детском домике там у детей, в том, что я вам показывала, снимала. Вот там поправь. Да. О, вот так. Все. Слушайте, как классно. Ребята, классно вообще. Домик на колесах. Вот так у нас проходит вечер. Мы здесь устроили столик. Ребята спят уже. Ну, те детки очень рано ложатся. Они и раньше встают. А мы позже ложимся и позже встаем. У нас немножко график другой, чем у них. Вот мы вот в этой летней кухоньке. Здесь у них такая кухня. Не то, что кухня. Здесь летняя плита. Вот здесь готовят они. Территория Даши. А здесь территория Гриши. Он здесь с воском работает для пчел. Видите? А дом сейчас покажу где. Далековато отсюда. Вон аж там дом, видите, окна светятся. И вот ребята раньше ложатся спать. А мы здесь сейчас поужинаем и будем идти. А вот тигруля, а ну покажи тигрульку. Здесь где-то Мурка бегала. Где Мурка бегала? Вот там где-то между ящиками, в общем, Мурка бегала. Вот Боря тигрульку принес. Они так освоились хорошо, не убегают никуда. Боря их сегодня позвал. Они без проблем к нему пришли, да, Боря? Да, мяско. Все, он их покормил. Да. И вот, сейчас ждем, я пюрешечку варю на ужин. Пюрешечка, яичница будет, потом пойдем в баньку. Салатик вот мы тут сделали. Пирог Даша спекла. Вот, кстати, очень классный момент. Вот Даша печет, выпекает тоже без сахара, без меда вообще. Полностью постный такой, ну, нейтральный. И вот потом его макаешь в мед, ну, с прикусочку, так вкусно вот у нее пироги. Даже не, она не смачивает даже их. Тоже такой, как выход классный. И... Ага, еще у Даши есть такое понятие. Обязательно сниму на канале. Зеленая соль.
Это специальная полезная соль, которую делаешь в домашних условиях. Обязательно сделаю дома и сниму, как ее сделать. Такая шикарная находка, нам так всем понравилась. И мы такие, вау, как это зеленая соль. Боря уже спит, уставший из-за руля. А, вон и Мурка. Мурка! Мурка, иди, девочка моя, хорош. Да, ну что, будем кушать, пожелайте нам приятного аппетита. Тихо, это их собачка. Да, да. Мурку увидел. Мурку. Там Мурка, да, там кошечка. И пойдем спать. А завтра покажем, как мы завтра день провели здесь. Все, в баньке мы помылись. Нам затопили баньку. Ребята вот уже легли спать. Здесь Аня, Паша, Саша. Ой, Аня, Паша, Тёма. И Мурка. И Мурка. И может, Тигруля где-то бегает. А Мурка у вас? О, Тигруля просится. Тигруля, вот сюда иди. Тигруля, Тигруля. Саня, он мошку, мошку ловит. Тигруля, иди ко мне. Иди, Таня, не пройдет. Он придет. Ну, он ты знает, что там дырочка. И он придет. В общем, здесь они, Мурка у нас. А здесь папа с Сашей. Здесь я сейчас лягу. Все, всем спокойной ночи. Спокойной.